Не знал, придете ли вы. Порой остается только покориться судьбе и взглянуть, что она приготовила. Операцию делают под наркозом. Нет, я не в ладах с анестезией, товарищ. Для такой процедуры это обязательно. Уж извините, что мне не хочется быть без сознания рядом с обладателем колюще-режущих предметов. Без анестезии ничего не получится. О, мне это не впервой, дружище. И вот чем это кончилось. Одно неверное движение, пока я в отрубе, и... Я не собираюсь переходить вам дорогу. Понятно? Ух, судьба, мутная ты стерва. За что ты так со мной? Из химчистки. Хороший у вас пиджак. Спасибо, сэр. Хорошего дня. Эй, да за что? Сукра! Ты что здесь делаешь? Синод поделился новостями. Просил отговорить меня? Нет. Я еду с тобой. Ты не поедешь. Майкл мой лучший друг. Если он жив, если он в беде, я хочу помочь. Ты что, безработный? Да, подрабатываю понемножку. Для Зека сойдет. Подрабатываешь? Да, старушка меня не подводит. Ты что, сутенер? Что? Нет. У меня наемное грузовое судно. Плаваем в Гонконг, Испанию, Буэнос-Айрес или куда еще пошлют. Босс тот еще жмот. Советую вернуться на свое судно. Ты не едешь. Говорю же, я пригожусь. Послушай, это Ближний Восток. Все изменилось. Я теперь крупный бизнесмен. Камертон. По-моему, это значит что-то другое. Не надо, я хорошо французский знаю. И я темнокожий, в конце концов. Я там буду смотреться уместнее, чем ты, творожок. Думаю, зря я сказал, что ты 3 дня не протянешь. Поедешь туда и сдуешься за один. Но некоторые прихожане моей мечети когда-то там работали, и у них остались связи, которые помогут нам попасть в ту тюрьму. Погоди, а почему он тогда едет? Его кожа не темнее моей. Ну, знаешь ли ты арабский? Нет? Я немного подучил арабский, пока служил в Ираке. Заканчивается посадка на рейс 39, Нью-Йорк-Йемен. Слушай, брат. Придет время, когда ты нам пригодишься. Ты должен найти его. И когда найдешь, позвони мне. Обещаю. И у тебя правда есть связи? Связи со связями. Можно прихлопнуть его в туалете? Бросить тело в кабинке и готово. Тогда придется избавляться от тела. А надо, чтобы он полностью безвозвратно исчез с лица земли. Раз и навсегда. Займись этим.